И пора на охоту. Кабинет министров разрешил открыть охотничий сезон, но не везде. О том, где в нашей области можно будет в выходные пострелять дичь, в следующем сюжете. Временный запрет на охоту был продиктован чрезвычайно высокой пожароопасностью, вызванной жаркой погодой. Температура уже спала, и желающие могут выходить с оружием в поля и леса области. Однако местная власть может продлить временный запрет на начало сезона охоты. Наша областная администрация проанализировала ситуацию, которая сложилась в области, и дала согласие в разумных пределах подходить к этому, начать открыть охоту с 4 числа. Но не все охотничьи угодья области примут желающих 4 числа. Как заявил Мирон Полулих, в Акимовском, Вольнянском, Запорожском, Мелитопольском и Приазовских районах сезон охоты начнут 11 сентября. Нужно всем охотникам связываться с уорами, с другими охотпользователями, выяснять, потому что некоторые открывают в 6 утра, некоторые открывают в 4 вечера. Поэтому нужно связываться с ними и брать у них отстрелочные карточки и, как говорится, ни пуха ни пера. Счастливой вам охоты!